Итак, всем ребята, здорово! Давно не виделись, с вами Крик Ставка. И сегодня мы поговорим о матче Анжи ЦСКА Москва. Возобновляется, ребята, чемпионат России. И сегодня первый тур. Матч ЦСКА Анжи состоится в 8 или 8.30, уже не помню. Итак, что мы можем сказать про эти команды? Анжи провело 4 контрольные игры. Довольно неплохо. Две ничьи, две победы. Последний раз они проиграли в последнем туре чемпионата России тому же ЦСКА Москва 4-0. Ну, сегодня, я думаю, может 2-3 гола в этой игре и будет. Но я думаю, Анжик, как, так как играет дома, они все равно не победят. Победит сегодня ЦСК, я думаю, в два мяча. Посмотрим. ЦСК контрольные игры проиграла только штурму из Граца. Так что Матч должен быть красивым. Я думаю, что ЦСКА в первом туре уж очки точно не должен терять. Но Анжи не повезло. Не повезло то, что им попался такой сильный соперник. И мой прогноз на эту, на эту, игру, ребята, ЦСКА с форой минус один. Так как я уже сказал, что ЦСКА победит в два мяча. До свидания, с вами была Крик Ставка. Ставьте, выигрывайте. И поздравляю всех с началом чемпионата России. До свидания.